Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на моем канале о вязании. Сегодня я хочу показать вам, как сделать смену цвета ровненьким таким рядом. Обычно мы меняем цвет, и получаются вот такие как бы зубчики. Нормально, как бы красиво для игрушки, но иногда хочется сделать смену цвета, чтобы было просто идеально ровно. То есть оба способа хороши, но если вы хотите научиться сделать более ровную полосу, предлагаю сегодня посмотреть, как это делаю я. Так, вот, например, мы довязали нашу детальку у какой-либо игрушки. Вот это последняя петелька, и нам нужно поменять цвет. И, как обычно, мы меняем цвет в последней петельке последнего столбика. То есть мы провязали первую петельку, вытащили рабочую ниточку. И дальше меняем цвет, как обычно. Вот, я заканчиваю простой столбик без накида оранжевой ниточкой. Синенькую тоже вот подтягиваю. Синенькую я не отрезаю. И теперь вот смотрите, как получается. Следующий столбик и весь ряд мы вяжем двумя нитками. Вот две нитки, вот хорошо видно. Я точно так же провязываю первую петлю синей ниткой и заканчиваю оранжевой. Получается такая косичка. Оранжевую ниточку чуть-чуть подтянем и кончик спрячем. И продолжаем таким образом. Следующую петельку мы опять вяжем. Начинаем синей, заканчиваем оранжевой. Продолжаем. Начинаем синей, заканчиваем оранжевой. Синий начинаем. То есть я вяжу двумя нитками. И у нас получается при этом такой ровный край. Так, на камеру не так удобно. Ну, все потихонечку получается. Продолжаем таким образом. Синяя и заканчиваем петельку оранжевой. Синенькая ниточка. Заканчиваем оранжевой. Достаточно все очень просто. Синяя, оранжевая. Синяя, оранжевая. Синяя, оранжевая. Так, тут осталось. В общем, продолжаем так до конца ряда. И здесь будем переключаться на оранжевую нитку. Так, вот я провязала полный круг таким образом. И вот последняя петелька у меня. Провязываю синюю и оранжевую. Синенькую нитку я уже отрезала. Прячем ее вовнутрь. Остается у нас одна оранжевая нитка. И продолжаем вязать наши обычные любимые столбики. По кругу за обе дужки я уже вяжу оранжевой ниточкой. Немножко тут получается туговато, потому что надо захватить только оранжевую, так что имейте в виду, может быть, даже вязать немножко послабее. Но с другой стороны, мы игрушки вяжем плотно. Вот видно, как уже получается ряд. То есть продолжаем вязать оранжевой ниточкой. Так, синенькую мы тут подтянули. Потом узелочек можно завязать, чтобы ниточки не распускались. И узелки спрятать внутри. Так, вот я продолжаю вязать.
только оранжевой ниточкой. Обычные столбики без накида по кругу. То есть и получается очень ровный край. Вот посмотрите. Давайте посмотрим еще раз на первую. Первый вариант и второй вариант. Так что смотрите, какой вам нравится, тот и выбирайте для вашей конкретной игрушечки. Спасибо за внимание. Всем удачи. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. До новых встреч!